Die Macht haben wir nun! Die Deutschland gewonnen! Und gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen! Ich weiß es, meine Kameraden! Es ist euch wohl auch schwer gefallen! Der Feind ist müde und unentwandt gekommen! Und der Hahn ist immer wieder! Muss er euch am Meer gerichtet werden! Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. Осажденные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилие и издевательство над моим народом, я клянусь, и жестоко, беспощадно и неустанно, кровь, смерть за смерть. Музыка! Блин, что-то прикольно снимать. Бананы? Да. Бананы? Слушай, наверное, сразу бы дали. Вот они! Настоящие Маша все! Группы камни! Вот она, Настя! Из Боговарова! Здесь ее сослуживец! Из Боговарова тоже! Как его зовут? Это самый маленький! Он из Боговарова! Да, в него! От него фанатеет Настя! Да, да! Вот смотри, зажигает он! Малыш очень крутой! Малыш вообще ждет! Смотри, смотри, это солист! Бэк-вокал! Да-да-да! Паша! Паша, Паша! О-о-о! Как вы со стороны посмотрю! Тех других за закрытой дверью и ушли молчаливо, беде не спасать, чудеса отвергая, но веря. Ты не будешь один, если в сердце любовь возвращается. Петя, 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 Маша в руки. Хлопаем, Петя. Петя, хлопаем. Только вместе изменим то, что предрешено. Повторяй за мной, Петь. Сердце, кровь и надежду вселяя. И откроются двери, и оттает окно, то, что на двоих мир разделяло. Петя! Возвращается и воскресает.
ладно? Сейчас сядь на колени. Круто, круто, круто. Центр разворачивай. Распаши площадь. Ах! Палатка меньше домой. لا لا والله 13 12 في 12 مارك التحرير ما طاد الزر عسكري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Claro, es que esto les va a gustar tal vez para... Porque como este tipo de árbol, ¿no? Es como muy español, a mí sí. Siempre me llama la atención esto. Si pillamos así olivos y tal, pues... Этот музыкальный клип для Лаймы Вайкуле мы снимали в Испании, под Мадридом, в средневековом замке. А вернее, как говорят испанцы, в Парадоре, под названием Кастильо де Винуэлос. Красивое место, наполненное долгим, пережитым, пышно проросшим, пьяно-ароматным, жарким, слепяще-красочным и таинственно-мистическим. Для киносъемки это просто локейшн мечты. Выбор Испании для съемок этого клипа не случайность и не блажь, а, возможно, единственно верное решение для экранизируемого музыкального произведения, которое называется «Дикая танго» и звучит однозначно жарким испанским мотивом. Такие тоже жаркие стихи Михаила Гуцериева о любви написаны будто маслом в двух трудносовместимых оттенках – нежности и страсти одновременно. Такой яркий, контрастный, поэтический подход требует и особо ярких, и также контрастных красок для визуализации. Так что выбор места для съемки оказался предопределен и буквально закодирован в ясной и одновременно глубоко эмоциональной поэзии этой песни, написанной специально для Вайкуле. Язык тела, которым Лайма Вайкуле владеет безупречно, совершенно естественно привел меня к мысли о хореографическом решении всей постановки в целом. Снимать на выезде в иначе говорящей стране всегда эмоционально затратнее, мягко говоря. И в отличие от большого кино, когда производственный процесс растянут на месяцы, мне, как главному ответственному за все происходящее, нужно уложиться в 1-2 дня и времени на адаптацию разноговорящих людей, оказавшихся на одной съемочной площадке, просто нет. Нужно как-то сразу довериться друг другу и попытаться понять. Представьте, человек 100 на площадке, которым я должна раздавать указания, уточнять их действия. Большинство испанцев, конечно, говорили по-английски, но не все. А танцоры и актеры массовых сцен, мне же нужно быть с ними в тесном понимании, корректировать нюансы их действий. И делать это нужно так, чтобы они меня поняли, и не приблизительно, а в точности, детально. Вообще можно, да. Центр зала посмотрим. Пока нет движения. Без движения. Без движения. Паш, можно там показывать правее? Там мальчик-то сидит на краю, поэтому ты правее можешь этого танцора тоже. Приходилось говорить по-английски, и хорошо говорящий по-английски испанец уже переводил остальным по-испански. И должна вам признаться, неизвестно, как бы мы все друг друга поняли в итоге, если бы не наше музыкальное произведение, которое мы снимали, а снимали мы танго. И когда включалась фонограмма,
Но все, кто, может быть, что-то еще не понял, сразу все, если не понимали дословно, то чувствовали это точно. Как смотреть в кадр, как двигаться, с какой скоростью и с каким темпераментом было понятно всем участникам съемки в стиле танго. Как раз тот чудесный случай, когда музыка и слова, даже на непонятном для испанцев русском, были понятны настолько, что удовольствие от этого съемочного процесса стало уже чем-то осязаемым, реально существующим, и попало в кадр вместе со всей этой жаркой, страстной и одновременно хрупкой и трогательной испанщиной. Начальной идеей клипа было заснять настоящее испанское фламенко в чистом виде, но довольно быстро эта идея трансформировалась в сюжет более развернутый, с элементами пограничными для этого яростного танца. Я говорю про нежность и мягкость между партнерами. И не только партнерами в конкретном танце, но и партнерами, скажем, в долгом жизненном танце, в котором вынуждены участвовать мы все. Отлично сейчас. Сердце бьется и радует. Я лично, попав под влияние стихов этой песни, снимала этот музыкальный клип про саму возможность такого красивого танца длиною в жизнь. Мы танцуем щека к щеке, сердце бьется и ранит грудь. Наши мысли рука в руке, мы боимся с тобой вдохнуть.